Городке Хиллерод видим перед собой королевский дворец, который называется Фредериксборг Слот. Слот – это крепость. Мы видим крепостные стены, реку. Дворец находится посредине реки. Вот он предстал перед нами во всей своей красе, этот прекрасный дворец. Здесь находится орган, а внизу находится, иногда эта церковь использовалась как зал приемов. Вот сам орган. Стенки вокруг этого всего здания висят вот такие ордена и гербы разных герцогств и королевств. Мы в королевских покоях. Перед нами открылся дворцовый парк. Открылся весь замок, дворец со стороны парка.